Одним из профилактических шагов, направленных против распространения COVID-19, является соблюдение всех необходимых мер в общественных местах. Как это выглядит по факту, проверяют сотрудники Роспотребнадзора и полиции. Управление Роспотребнадзора по Тверской области. Проводим мониторинговые мероприятия с целью выявления нарушений противоковидных мероприятий. Входной фильтр осуществляется у вас? Термометрия сотрудников ведется? Конечно. Можете показать журнальчик? Такую фразу сегодня услышали сотрудники всех торговых точек в Тверском парке Н1. Здесь прошли рейды по выявлению мер профилактики новой коронавирусной инфекции. Среди них не только ношение маски. Отсутствие социальной дистанцированной разметки, отсутствие журналов уборки, термометрии, отсутствие запасов средств индивидуальной защиты, средств для уборки дезинфицирующих, соблюдение масочного режима. Всех сотрудников Роспотребнадзора обязательно сопровождают полицейские. И дело не только в том, что именно их компетенцией является привлечение к административной ответственности. Бывает, что владельцы магазинов или их сотрудники резко противятся соблюдению мер по профилактике ковида. В принципе, в большинстве своих случаев мы методом убеждения действуем. Граждане понимают, что несоблюдение данных норм может вызвать привлечение к административной ответственности, штраф, и поэтому стараются на месте исправить те нарушения, которые выявляем. В ходе этого рейда нарушения не выявили. Однако в управлении Роспотребнадзора напоминают, что постановление губернатора о соблюдении мер профилактики никто не отменял. Поэтому такие мероприятия будут проводиться и впредь по всем торговым точкам Тверской области.